Привет, YouTube, привет, мужики. В общем, побывал я сегодня в супермаркете для самодельщиков под открытым небом, на местном, так сказать, клондайке, да, и прикупил немножко барахлишка. Ну, больной я до этого дела, блин, капец. Чего тут только нет. Вот здесь в прицепе, без ведра и без этого редуктора, потому что это я покупал с утра сегодня, заехал посмотреть просто, порылся, даже вот ключ нашел, порылся, понравилось, забрал, выкупил. 25 килограмм вот эти вещи. Остальное, вот это, в прицепе лежит, здесь полтонны. Веса пришлось тоже выкупить. Вот, чего тут только нет, мужики. Это капец, это капец. В общем, завтра, наверное, буду разгружать этот прицеп и скидывать видосики на второй свой канал на YouTube, на лайв-канал. Кто не подписан, ссылочка в описании под видео. Там же и номер телефона, мужики. То вы ищете номер телефона, не можете найти. Написывайте там, я не знаю. Кто ищет, тот всегда найдет. Чего тут только нет, я просто капец. Завтра будут вылетать короткие видосики на второй канал. Короче, там буду сидеть весь день. Разгружать, показывать, что-то рассказывать. Интересно, заходите, подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего. Обязательно. Ну а сейчас что? Предлагаю посмотреть, как это все дело происходило, когда я туда приехал. Как пошарахался там. В общем, синхрона никакого, мужики, там... Вырезать, может, даже и ничего вырезать не буду. Так, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но видос получится длинный. Прошу понять и простить. Но вещи там очень интересные. Ну, просто капец. И я еще не все забрал там. Осталось лежать, ждать меня до следующего приезда. Человек пошел навстречу, даже денег за это не взял. Сказал, сложи Саню там. И, ну, впрочем, сейчас все это сами увидите, мужики. Харе-ля-ля, погнали! Вот, мужики, подъезжаем на металлоприемочку. Сейчас будем смотреть ништячки, какие тут присутствуют. Прицеп зацепил. Вот, как-то так. Так, мужики, на местном клондайке. В общем, две бэушные гранаты. Вот такие. Мне шлицевая часть нужна на навеску. Нашел вот такие еще шаровые. Ключ 32 на 36. Угловой редуктор где-то примерно 1 к 2, наверное. Нет, где-то 1,5 оборота. Этот делает оборот. Это чуть больше. Ну, в общем, не знаю. В общем, забираю. Тоже на килограмм, скорее всего, пойдет. Ну, спрошу. И там еще один редуктор присмотрел, червячный. Вот. Сейчас пойдем покажу еще один мост волговский. И еще ништячков сколько. Ну, тут металла немного, в принципе. Вот тут, возможно, в ведре переберу еще. Гайки новые. Нигде еще ни разу не стояли, я уверен. О, люди сдают. Выберу, наберу себе гаек. Пригодятся такие вещи. Все на килограмм. Абсолютно. Так. Я уже тут с тряпочкой, как положено. Уже знаю, что все, наверное. Или в перчатках. Но перчатки не брал. С подтана заехал. Вот еще один редуктор. Но он этот. Без вала. Так что, может, и его забрать. Как запасную часть. Шкивы. Вот. Огромные шкивы. У меня, по-моему, где-то есть такие. Под профиль Б. Уже готовые. И их тут, кстати, вообще капец. Вот какой-то, не знаю, ролик прикатной. Прокатной. В общем, мост волговский вот тут лежит. Чулок видно. Вот. Барабанов нету. Ну, это все ерунда. Барабаны где-то тут валяются, я встречал. Прямо
сверху они валяются. Вот две машины в разборе были. Ну что-то можно сдернуть. По крайней мере, вот уже рулевая рейка готовая. Сдернуть можно. Сдернуть можно вот ступицу. Так, что еще? Комбайн вряд ли продается. Вот полуось. Просто так валяется. На разборке она стоит почти 1000 рублей. Здесь она на килограмм пойдет. Так, здесь у нас что? Рычаги какие-то. Какие-то рычаги. Вот он открученный рычаг. Возможно, мне подойдет куда-нибудь. Сбить его. Мне шаровый по большей части нужен. 3 штуки я нашел. Кардан лежит. Жигулевский уже. Кардан заберу. Потому что вот эти вещи мне нужны. Вот этот средний, маленький, на разборке. Он тоже там конский ценник на нем. Здесь все на килограмм, мужики. Рулевая колонка, педальные узлы со всеми пружинами. Вот. Не знаю, колеса вот эти забрать, не забрать. Трактор, наверное. Какие-то печальноватые, конечно. Диски, по крайней мере. Вот крестовина. Просто так лежит. Все, эту забираю. Просто так лежит крестовина. Так, отдельно. Вот какие-то шаровые. Могут пригодиться. Я думаю, вполне. Забираю. Гайки найдем. Ролик натяжной. Вот, пожалуйста, на кулису, да, рычаг вывести куда-нибудь уже готовый. Прикручивай, не надо ничего думать. Приваривай к нему повторитель. До свидос. Забираем. Вот, ну что тут еще? Барабаны. Подшипники. Топор. Вот она, то, что мне нужно, то, что я искал. Гранаты есть, вот и ступица нашлась. Так, это похоже на Волгу. Это тоже, кстати, барабаны похожие на Волгу. Ну, в общем, сейчас разберемся. Вон шкив лежит, огромный такой. Вот шкивок лежит, готовый, двухручевый, под профиль Б. Моторчик, кстати, со стеклоподъемников. Заберу. Может, даже и работает. Если работает, вообще замечательно. Вот. Это сюда. Я его проверю сейчас на аккумуляторе. Если работает, заберу. Так. Вот, с бензопилы. Бачок. Вон еще одна полуось лежит. С тягами. Так, тут какие-то гранаты, но это не мой фасон. В общем, колодки. Вот новые, новые, все новое выкидывают. Шнеки буры какие-то. Вот граната. Не, это ступица. Это ступица просто. Так что вот так вот. Вот какой-то двухручьевый шкивок. Ну, это с насоса. С насоса. Вот вал со станка. Металл разружают, поэтому там грохочет все. Так. Вот. Какие-то, наверное, гидравлики. Пригодится мне? Не пригодится. Тройнички. Что их покупать? Конечно, заберу. Оставлю. Такая вещь в магазине стоит денег, а здесь она
просто на металле валяется. Так, где-то я тут еще интересно увидел штуку. А, подожди, грохот. Смотрите, мужики, уже готовый грохот на копалку. Не знаю, скутер мешает. Смотрите, движение не видно, да? Вот, звезда. Можно шкив сюда поставить. И вот уже эксцентрик и ход. Можно сделать грохотную копалку. То есть уже готовый механизм. Тут даже вот какие-то еще валы есть. Не знаю, народ выкидывает такие вещи, блин, капец. Просто капец. Сердце кровью обливается, когда это будет переплавляться. Да, блин, вообще, я не знаю. Ужас. Так, столько ништяков. Ну, как говорится, были бы бабосики. Были бы бабосики. Вот то, что я вчера показывал. Готовая вот штука. Ну там еще мешок их целый. Я видал. Это капец. Что тут? Колеса есть еще. Пойду посмотрю. Газоновские. В общем, как-то так. Вот эту штуку надо забрать обязательно. Так, ну пока то, что пока унесу. Вот, мотор сейчас проверю. Вот такие вот дела. Стойки, двери. Дисков вообще немерено здесь, этих жигулевских. Там вообще они новые валяются, просто валяются новые диски и все. Вон баронка, заводская, сваренная баронка, как у меня маленькая. Представьте, трактористы, что творится в мире? Ужас, вот это, наверное, самая длинная серия будет. Так, ну извиняюсь, мужики, нарыл еще шестерочный мост, немножко подзаваленный, вот. Вес моста я уже не помню, сколько будет. Но его нужно обязательно забрать. Потому что на разборке он стоит 6000 рублей. Поэтому сейчас мы, наверное, его выдернем первым делом. И я его заберу. Даже без барабанов. Это все херня. Барабаны мы сейчас тут нароем. Я даже посмотрю. С той стороны, по-моему, барабана тоже я не вижу. Вот. И заберем вот этот, вот это рулевое. Сдерну полностью. На разборке я отдавал за него, по-моему, 700 рублей за вот эту стойку с карданом. Здесь она пойдет вообще хрен да ни хрена. В общем, поеду я сейчас за инструментами, за гайковертом. Вот семерочный руль, пожалуйста. И немножко наздергиваю здесь металлом. Так, в общем, собрал тревожный чемоданчик. Вот, газовые ключи разных калибров, там шпильковерты. Вот, съемник для шаровых положил. Рожковые, набор мелких ключей. Набор других ключей, голов. Набор еще один ключей. Соответственно, как мы без гайковерта. Правда, батареечка чуть подусаженная. Но ничего. Вторая полностью заряжена, вот для этих целей. Еще болгарочка вот не помешала вообще на аккумуляторе. Вот реально. Так, возьму гвоздодерчик небольшой. Где-то что-то подковырнуть, поджать. Мало ли что там еще попадется. Но это минимальный набор. Перчатки взять, да. Хоть они печальненькие, но пускай будут. Хоть не в мазуте. Минимальный набор. Не знаю, что еще можно взять. Зубило, да? Можно положить, в принципе. Зубило, кувалдочку я положил. Где-то может что-то разрубить. Какую-нибудь гайчонку, которая не захочет слазить. В общем, наверное, кислород брать не буду, как в прошлый раз. И резак. Мне кажется, достаточно будет пока вот этого.
Так, а зубило все равно надо взять. Поострее только. Вот оно. Пойдет. Все, сейчас поедем. Культиваторы. Одна там стойка с культиватором есть. И если порыться, можно еще найти стойки с культиваторами уже. С лапами. Да и это закину. Пускай будет. Как-то так. Все, поехал я. Что-то себе выберу. Мост, во-первых, надо однозначно забрать. И забрать решетки. Остальное уже по мере, как говорится, уже надобности. Посмотрю. Конечно, там много чего интересного, но посмотрю. Ну, попробую еще подзаснять. Если хозяин трындеть не будет. А хотя вроде видел, не трындел. Как-то так. Итак, мужики, мы на местном Клондайке. В самом конце самое интересное, как говорится. Немножко тут уже понаходил, что мне надо. Две полуоси. Кардан. Шестерочный, наверное, да? Вот, это с передней приводной стоечка. Немножко тут уголков. Ну, это так, поверхность пока. Сейчас я бублики откручу, чтобы веса было меньше. Вот, немножко шансового инструмента. Здесь, здесь, еще там. В общем, надо забрать вот эти вещи без стойки. То есть вот это с передней приводной, как говорится, машины. Ступицу. Не знаю, вот это нужна, что не нужна. В принципе, заберу, пускай будет. Вот. Наверное, сниму рулевую. И вместе даже с рейкой. Рейку тоже заберу. Что еще? Здесь заберу я, скорее всего, ступицы в сборе вместе с суппортами. Остальное брать не буду, только ступицы. Даже вместе с шаровыми откручу и все. И до свидос. Заберу мост. Не знаю, какой он там, шестерочный, не шестерочный, но с классики мост. Барабаны где-то здесь. Будем искать сейчас. И заберу рулевую, скорее всего, вот эту полностью с карданами. Откручу, не знаю, педальный узел. Можно, в принципе, педальный узел забрать. Вот, поэтому разбираем и набираем металла. Будем выкупать. Как-то так. Рулевой колонки здесь нет. Сняли, забрали. Ну, ничего страшного. Так, мужики, все-таки зубило пригодилось в тревожном чемоданчике, да? Потому что вот это вот, я не знаю, что это, как закручивали. Не схватиться, ничего. Как клепка, что ли. Хотя там резьба. Не знаю. Короче, отбиваю. Этот узел педальный не снимается. Поэтому расшплинтую, педали заберу. Так, педальный узел забрал. Педали. Даже тросик забрал. Отлично, тросик ему еще с носу не будет. Вот, это тросик газа, и тросик сцепления. Вещь пригодится, зато уже в магазине покупать не надо. Ну, забрал. Не знаю, рулевая вот эта нужна, не нужна. Мне проще новую сделать. По крайней мере, сюда, наверное, скорее всего, брать не буду. Потому что это стоит денег. А я сделаю, наверное, себе другую. Все, снимаю сейчас этот рычаг. Вот этот рычаг. Стойку брать не буду. Мне она не нужна. Забираю только кулак. Где-то еще один кулак. Должен быть поворотный. Здесь почему-то его нет, но я нашел... Вот эту часть. Она в прицепе лежит. Где-то здесь. Будем рыться. Так, мужики. Это была у нас машина. Вот такая. Значит, забрал я здесь ходовку, ступицы с рычагами. И даже стойки раскрутил, пружины оставил, чтобы веса меньше было. Забрал даже вот эти вещи. На всякий случай. У меня нету таких просто вещей. Тем более здесь есть проушины, здесь есть
хороший шток, сталь хорошая, на крайний случай можно куда-то использовать. И есть уже крепление для ступиц, может где-то отрезать, может где-то что-то как-то. В общем, забрал рейку рулевую, вот, вместе с тягами, вместе со всем. В общем, перехожу теперь на семерочку. Сейчас мы ее перевернем, семерочку, здесь с этой стороны ничего меня интересующего нет. Сейчас станок этот оттянем, перевернем, и я сниму ступицы, даже без рычагов, с шаровыми. Заберу тяги, вот, потому что это вещи нужные. Пружин у меня дома полным-полно. Вот, и достанем мост. Как раз таки крышу отодвинем, да выдернем, ничего страшного. Тут оно рядышком все. Вот, и я сейчас, наверное, откручу, пока удобно, рулевуху и педальный узел, прям сниму его полностью. Он тут откручивается, там не откручивается, а тут откручивается. Вот, как-то так. Ну, руль, конечно, брать не буду. Я и тот руль не брал. У меня рулей дома хватает. Вот такие вот вещи. Подрулевые тоже сниму, потому что они без проводов. Лишний вес пластмасс мне не нужен. Так, Волговский мост лежит. Вот колодки, барабанов я не вижу. Ну, может, где-то рядом. Вот, вижу редуктор. Волговский мост. Но, скорее всего, брать его не буду, так как веса в нем 101 килограмм. Вот. И что на разборке, что вот на металлоприемке по весу он выходит одинаково. 4000 рублей. Вот. Как-то так. Нашел педальку и кусочек штамповочки. Но это еще не все. Штамповочку я заберу всю. Сейчас я вам покажу. Покажу, где она находится. Сейчас я ее всю выкуплю. Для будущих проектов, ребята, ну, вот здесь ничего пока интересного. Движок какой-то. Это вот только привезли. Не знаю, что там. Банки, склянки. Похоже на волговские. Но тут нет, не они, не барабаны, я имею в виду. Диски тормозные. Так, вот это у нас что, передний привод, да? Надо достать, забрать, лежит вместе с гранатой. Сам вал может куда-то пригодиться еще. Вот она, штамповочка. Сейчас мы ее всю заберем. Это такая же точно штамповка, как я себе делал полы. Она практически новая. Вот ее тут резали-резали, не дорезали. Тоже пластина. Если вот посмотреть, где тут хорошо видно. Вот она, цвет металла. Просто она ржавая. Она капец ржавая. Не знаю, двутавр вряд ли мне нужен. Куда его применять? Без понятия. Хотя хороший двутавр. Тоже на килограмм продается. Вот, как-то так. Швеллеров пока я не вижу. Хотя вот швеллера лежат какие-то. Какие-то швеллера. Скорее всего, это 16-й, это 10-й. Не знаю, забрать их что ли. 16-й, 10-й. Ну, в принципе, наверное, я заберу швеллера вот эти. Сколько бы здесь их ни было. Вот. Нормально пойдет. Сейчас еще пройдусь по кругу. Вот уголки лежат. Отличные уголки. Вообще новые. Заберу и уголок. Вот это пускай здесь лежит, дожидается. Металл. Металл толстый, в принципе, у меня. Металл пока есть. Это все вывезется на днях. Здесь ничего не будет. Абсолютно будет голая база. Труба хорошая на эти, на опорные колеса, на плуги делать. Она толстостенная. Вот, и большая. Так, ну здесь вот обрезки уголков всяких, труб. Ничего,
ничего хорошего я отсюда забрал, такие кусочки. Вот кусок швеллера заберу. Обязательно этот швеллер заберу. Это не знаю куда его. Оно сильно тоже накупишь и будет валяться. Надо брать пока то, что нужно. То, что нужно. Так, ну там рельса нам не нужна. Вот уголок заберу. В принципе, все. Вот штамповочку заберу. Заберу. Может, я тихо говорю, но, блин, нахожусь не у себя дома, поэтому как-то так. Как-то так. Ладно, переворачиваю машину. Педальку я показывал, да, уже нашел такую, какую-то маленькую, куда-нибудь прикрутить. Пускай будет, что, уже вот готовое крепление. Нашел немножко дисков. Дисков вон они. Корзин. Шестерочная. Еще работать ему и работать. На тракторе это я не знаю. Откуда. Разберемся. Разберемся. Диски беру из-за шлицов. Нужна шлицевая часть. Будет. Как-то так. Сейчас пойду, наверное, привод заберу с гранатой вот такой длинный. Мало ли что. И сниму ступицы. Так, мужики, ну что хочу сказать. Короче, без съемников вот такого плана, да, для тяг. И вот такого плана для снятия ступиц. Ну, нечего делать на металлоприемке. И тем более без гайковерта. Потому что весь процесс раскручивания ускоряется в разы. Так что вот я уже нижнее сорвал. Почему? Потому что шаровый выходит через рычаг. А этот я просто откручу, и в сборе так оно и поедет. Шланги перекусил. Где-то на тормоза пойдет, да? Еще походит. Вот. Как-то так. Сейчас отвинчиваю. Здесь я уже начал отвинчивать. Отлично, отвинчивает. Сейчас шаровый достаю, там откручиваю. Все. На этом все. В общем, продолжаю. Заниматься. Не знаю, сколько я килограмм сейчас наберу. Но наберу. Кстати, вот уже как раз таки двигатель с маховиком. Довольно-таки и неплохой. Сейчас мы его отвернем и отобьем. Вон еще один движок, но до него очень далеко лезть. Вот. Так что уже сцепление в сборе, пожалуйста, готовое. Как-то так. В общем, достал мост, открутил поперечный вот этот, потому что он кривой, такой, ни туда, ни сюда. Вот эти я оставил, не стал снимать. Видите, что они делают? Они барабаны разбивают, видать, алюминий. Вот этот чугун оставляют на мостах, поэтому барабанов и нет. Ну, где-то здесь, на металлоприемке. Потому что у них алюминий там в другом месте. Ну, ладно, найдем барабаны, это не проблема. Вот. Главное, есть уже мост. Неважно, какой редуктор. Это мы вскроем, посмотрим. Как-то так. В общем, продолжаем заниматься погрузкой. Набрал уже тут прилично. Я считаю, вот маховичок свинтил с двигателя, даже вот рычаг нашел с резинкой. Пускай будет. Привода, дальние узлы, кардан, рулевая рейка. Кстати, хорошо, что рулевая есть. В общем, такие причандалы. Вроде немного, но тут веса уже прилично. Плюс мост сейчас. Плюс еще сейчас штамповочка. Ладно, гружу мост. Сейчас еще раз по кругу пройдусь. И загружу сетку. Поеду на взвешивание. Узнаю, сколько у меня отдельно штамповки. Сколько металлолома я набрал. Вот. Узнаем вес.
Так, мужики, ну оттарился. Взял немного штамповки. Всю не получится забрать. Конечно, жалко, да? Вот здесь ровно 499 килограмм на весах. Вот, я думаю, видно. Ровно без килограмма. Ну ничего, для начала хватит. В общем, самое основное взял. Нашел еще швеллеров 12-х. Куча просто там, куча. Вот 16-й швеллер, уголки. Ну, в общем, хватит здесь решетки еще ни на одного малыша. Для начала, будем так говорить. Поэтому, не знаю, ну, не хватает немного. Не хватает денег. Ладно, буду грузиться. Так, мужики, ну, вот этот металл ни в сумму не вписался. В общем, сказали мне сложить его здесь. И подождет меня до следующего приезда моего. Вот, никуда его не сдадут. Даже если будут все сдавать. Отличный человек. Спасибо, пошел навстречу. Ничего не попросил за это. Просто будет лежать и ждать. Ладно, поехал грузиться.